У Ивана Ивановича юная жена мужу простодушному не была верна. Он за дверь, слетаются тут же мужики и с женой становятся как один близки. Раз Иван Ивановичем сделан был ремонт. Он собрал заначенный весь семейный фонд и, забыв про комнаты, кухню и сортир, забабахал в спаленке золотой ампир. Родственники пальцами крутят у виска. Как у Малахольного поднялась рука? Вся квартира рушится. Нафиг этот понт? Ну зачем ты спальне-то дал такой ремонт? Нет бы сделать комнаты, кухню и клозет. Нахрена ты в спальню-то вбухал весь бюджет? Ты же в ночь работаешь. Да тебя ведь там побывают многие. Стыд тебе и срам. Но Иван Ивановича не смутил никто. Бодр Иван Иванович счастлив на все сто. Глядя, как безрадостно мир оторопел, он с улыбкой благостной весело запел. Ну подумаешь, ребята, первым не пришел. Быть четвертым или пятым тоже хорошо. Но не всем же брать на свете первые места. Ну а если стану третьим, просто красота! А Петру Петровичу как-то раз в кафе, пользуясь тем фактом, что он крепко под шофе, покопались в тазиках, что-то извлекли и позавчерашние блюда принесли. Сел Петрович, кушает, вкуса не поймет, запивает соками, песенки поет. Родственники пальцами крутят у виска. Глянь, Петрович, в шницеле тело червяка. На фужере с колотом от помады след. А пюрешки высохшей 48 лет. Эти блюда, кажется, кто-то ел уже. Но ответил родственник им на кураже. Ну подумаешь, ребята, справлюсь как-нибудь. Быть четвертым или пятым – это тоже круть. Ну не всем же брать на свете первые места. Ну а если стану третьим, просто красота! И с министром спорта тоже случай был. Зарядив от факела свой задор и пыл, он from hard, как водится, твердый как кирпич, выдал популярнейший позитивный спич. Ну подумаешь, медалей нет ни у кого. Пятым быть при пьедестале тоже ничего. Биться головой о стену – это ложный путь. В общем, все по Кубертену, не в победе суть. А вот ежели министра чуточку сместить, он очухается быстро, станет ли грустить? Быть четвертым-пятым замом хорошо вполне? Или все же первым самым быть охота, не? Если классно наверху, да дело делать лень, то министру бы не худо помнить каждый день. Могут ведь прийти на смену тихою порой и послать по Кубертену за дрянной настрой.